Память о тех, кто защищал Родину, участники военно-туристического слета фрегат возложили венок на мемориале Великой Отечественной войны в Курильске. Под торжественным метроном дети пронесли цветы к памятнику. Это важно очень, потому что мы возложили венок в честь погибших, которые защищали наши жизни. Это очень важно для нас. Мы сегодня возложили цветы, и это достаточно важное мероприятие. Но нас к нему готовили прям так сильно, как будто сразу же 9 мая. Без патриотизма никуда, особенно в наше сейчас время в европейской части России. Дату выбрали не случайно. 1 июля отмечают День ветеранов боевых действий. Возложение молодежь отдала дань уважения каждому, кто, не щадя жизни, вставал на защиту своей страны. Для ребят эта тема близка. У многих из них отцы сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Еще один важный аспект – привитие патриотизма подрастающему поколению. Алиса Львова, Екатерина Декич, телекомпания АСТВ.